принял участие в конкурсе о соответствии фильма цвету. Для чего это было придумано, разыгрывался смартфон, и у него было 5 цветных сменных панелей. И объявили конкурс, и только одного победителя выбирали, и выбрали 24 лучших поста, среди них вошел и мой пост. Каждый фильм имеет цвет. Вот за черный цвет это жанр нуар, фильм «Жестокий урок на 3 минуты» херсонский. Голубой цвет имеет «Гейцовский клуб», комедия, снятая в Херсоне тоже. Тут все фильмы херсонские я выбрал. Красный цвет имеет фильм «Черный чайник», это фантастика. А почему красный, тут уже посмотрите, если кто захочет, дам ссылку внизу под видео. Белый – «Утренняя колыбельная». Но тут проблемы в семье, как жить с душевнобольным. Ну, тоже как бы не сильно тяжелый. И оранжевый – это цвет пилюль. И фильм «Я выбираю жизнь». Как дома вылечиться от рака самостоятельно. Чем это меня заинтересовало, что выбирали они с помощью сервиса Random.org. Вот тут нажимается и генерируется победитель. Ввели на видео, показали число с 1 до 24. Но если вот в переводчике его открыть, вот он, генератор случайных чисел, к примеру, вводим 1 до 24. Жмем кнопку «Генерировать», результат 4. Еще раз генерировать, результат 3. Еще раз 13. Еще раз 15. Я был 18-й, но там размещали по дате подачи заявок. Выиграл 19-й, но ничего. Так что написал хоть хороший пост о фильмах интересных херсонских. А на этом сервисе бесплатные услуги – это игры и лотереи, видать, можно выбрать числа для лотереи, для кена, это на 80 цифр игра. Платные услуги у них есть, еще бесплатные, это в переводчике Google открыт сайт. Так что такой вот бесплатный сервис генерирования чисел, и можно вот, когда проводите какой-то конкурс, ввели участников, потому что они отобрали 24 лучших участника, и чтобы никому не было обидно, сняли видео, как выбрался победитель.